Друзья, привет! Купил вот такой блендер, называется RAWMeat. RAWMeat Dream Samurai. Не блендер, а мечта поэта, мечта бодибилдера, оговорился. Также подойдет всем, значит, вегетарианцам, веганам, мясоедам, сыроедам и так далее. Очень мощный блендер. Был, значит, вот такой красивой коробки. Вы можете посмотреть. Все, значит, делает. Смузи, колка льда, зеленые коктейли, измельчает семена орехи, горячий суп и так далее. Вот. Американская, значит, разработка, собирают в Китае. Купил в Москве, цена в Москве 16 500 рублей. Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. Вот, чек. Дают чек. Такой вот чек. Ну, как я сказал, инструкции на русском языке. Все, что надо. Мощность блендера. Мощность 2200 ватт. Вот. 50 тысяч оборотов в минуту, больше, чем в любом другом блендере. Мотор 4 лошадиные силы. 4 лошадиные силы. Как они пишут в инструкции, можно, значит, этот мотор сдвинет лодку, 4-метровую лодку по реке может тянуть такой мотор. Вот. Кувшин. Кувшин Тритам. Ножи. 6 лопастей ножа. Сделан нож японский. Ну и так далее. Сейчас посмотрим, как он работает. Сделаем послетренировочный коктейль. Вот кувшин, 2-литровый кувшин с делениями. Пожалуйста, деление. 2 литра, даже можно больше тут налить. Такая крышка. Вот нож, внутренности. Из металла, все металл, не пластмасса. Наливаем 0,5 литра воды. Берем наш любимый Gold Standard протеин. Gold Standard. Насыпаем побольше. Все-таки 0,5 литра воды. 2 порции. Сверху. Так. Ну и сейчас мы еще добавим сюда фрукты, добавим вот банан,
добавим бананчик. Добавим апельсин. Добавим яблоко. Ну и очень твердый морковь. Посмотрим, как справится ли он с морковью. Добавим морковки. Так. Вот мы загрузили, одеваем крышку. Вторую крышечку. Забыл сказать, вот этот толкатель, вот эту маленькую крышку снимается, и если там, допустим, что-либо не попадает под ножи, то можно вот этим толкателем можно пропихнуть. Но я думаю, он нам не понадобится. Итак, значит, протеин, банан, яблоко, апельсин, морковь. Ставим стакан. Просто ставится стакан. Включаем вот этот тумблер. И поворачиваем оборотики. И все, я думаю, все получилось. Однородная масса. Никаких ошметок, никакой кожуры, никаких зерен, ничего нету. Однородная масса, как можете видеть. Попробуем на вкус. Довольно густой. И яблоком отдает. И морковью, банан, все, в общем, вкус обалденный. Тем более две порции, значит, протеина. Так что всем бодибилдерам, всем качкам, а также, как я сказал, сыроедам, мясоедам, веганам, всем советую. Могли убедиться, все перемолол, ничего плохого, все отлично. На этом до свидания, всего хорошего.